Значит, я так понимаю, что в Америке вы были, вы сказали, всего один раз. Один раз. Я вас перебил. В 93-м году, да. По поводу? Я приезжал к своим знакомым. Я в то время, безусловно, я никогда не скрывал, что я вырос на идеях, ну, со школьных лет, будем так говорить, на идеях классического либерализма. Мне очень нравился Людвиг фон Мизес. Я здесь там заслушивался Ларисой Пияшевым, Борисом Пинскером. Mm-hmm. И читал многих апологетов, монетаристов. Чикагскую школу экономики очень уважал. Милтона Фридмана. Я зачитывался Милтоном Фридманом. И поехал туда к своим знакомым, которые были фанаты Айн Рэнд. И мы поехали с моим приятелем. Он стал очень-очень серьезным бизнесменом потом. Но... В Америке? Нет, здесь. Здесь. Так. И нам дали права на перевод Айн Рэнд. И мы перевели почти всю Айн Рэнд. Почти вот откуда это все появилось. Понятно. Я лично переводил одну из книг частично. Вот. Но поскольку... По мере того, как я стал ее переводить, я понял, что что-то не то для меня лично, не конъюнктурно, тогда не было, тогда было очень популярно. Ты переводчик Айн Рэнд, вообще супер, да. Чувак, вообще, все бонусы тебе. Но когда я стал ее переводить, я понял, что-то мне не нравится в этом. Что-то, вот эго, как главный бог, для меня не подходит. И мы разошлись с моим там... товарищем в плане идеологическом полнейшем. Это который бизнесмен. Да, он стал правообладателем всех книжек на Айн Рэнд. Вот, слава богу. Что за манера фамилии не называть? Я не понимаю. Ну, он же понимает, что это про него. И все ваши общие знакомые понимают, что это про него. Он, поскольку остался таким очень-очень либеральным чуваком, ага. То, ну, мало ли, вдруг его там скажут, как ты с ним знаком, с этим гомофобом, с жутким. Вы плавить не хотите. Да, поэтому нормально. К тому же у него сейчас не самые простые времена. У кого они сейчас простые? Ну, у кого-то они непростые, у кого-то они непростые, когда человек сидит в тюрьме, да? Вот, или под следствием. Все, это аргумент. Я как все, христианин проехали, да. Всегда с сочувствием отношусь ко всем сидящим в тюрьме. Мне очень жалко этих людей. Поэтому вот так вот получилось. И Айн Рэнд, да, для меня осталось только в виде, наверное, мы живые, как некая, так сказать, антиутопия. Вот антиутопия у нее прекрасно получилась, и я считаю, что Замятин он скопировал с Айн Рэнд мы, или они параллельно это сделали, но абсолютно одинаковые книги Замятин и Айн Рэнд. Вот, но мне очень нравится.